В США нашли авиакомпанию «Призрак». Оказывается, и такие бывают. Она зарегистрирована уже 27 лет. В ее парке два огромных «Боинга» 747 и ни одного официального выполненного пассажирского рейса. Называется этот перевозчик «Балтия Airlines». Владелец компании, выходец из Риги, Игорь Дмитровский. Предполагалось, что компания будет совершать перевозки пассажиров из Нью-Йорка в Санкт-Петербург. Но в городе, на Неве, в нашем городе, самолеты с этой эмблемой вот этой вот компании так в результате и не увидели. Кстати, несмотря на отсутствие деятельности, которая приносит доход, «Балтия Airlines» 2 года назад выступила спонсором американского авиашоу.